Указом Филакита Геннадия все должны докладывать о подозрительных действиях. Александрийцы, пора излечить. Люди Геннадия угрожали мне. Они угрожают всем. Дороги! Дороги! Glorias para los fantasmas de Duranesti. Лучше не привлекать внимания.
На куски порву. Сбежать хочешь, но уж нет. Эй, оружие под рукой. Эй! Тебе конец! Ты где? Быстрее! На что? Ты умеешь этим пользоваться? Ничего. Кишки.
мозги выпущу. Эй, ко мне, братья! Беда, не пронен. А ну покажись, живо. Почему ты затащил меня сюда? Ты хотел убить мою жену! Твоя жена сама выбрала свой путь. Убийцы и преступницы. Я лишь исполнял свой долг Филакита. И за это ты лишил меня жизни. По-твоему, месть важнее, чем закон, Миджай? Ну так знай, мои Филаки разыщут тебя. И тогда ты умрешь. Да сопроводит тебя незримый. Владыка Дуата ждет. Не хочешь мне помочь? Сехмет благосклонна к щедрым. Кнум нас не уджирян. Тебе не попадалась моя книга мертвых, Миджай. Когда-то я купил ее в Мемфисе. Нет. Что случилось? Беда. Воры пришли со стороны дюн. Их главарь заметил, что я дорожу книгой, и забрал ее. Я чуть не умер от горя. Я помогу. Я не боюсь воров. Тебя мне не спаслали сами боги. Книга поможет мне воссоединиться с женой. Вот ты, отец. Пойдем домой. Но Миджай хочет мне помочь. Да? Ты пойдешь искать книгу? Что ж, чудеса случаются. Иногда. Не знаешь, куда воры направились? А, да.
Главарь сказал остальным, ждите меня возле некрополя, кажется. Тебе удалось найти мою книгу? Наш дом рядом. Я ни за что не вернусь домой. Пока. Отец, книги больше нет. Ты и без нее встретишься с мамой на полях и Алу. Обещаю. Этот смельчак найдет мою книгу. Да, да, конечно, найдет. Место хорошо охраняется. Эй, что? Ну где же ты? Вот и книга мертвых. Бека будет рад. Нужно вернуть книгу старику. Thank you.
Бека покинул нас. Да, его больше нет. Он был слаб и не смог дождаться тебя. Да обретет его душа мир. Он был в отчаянии, что его Ка не воссоединится с мамой. Где его тело? Еще не поздно. Нам тебя послали сами боги. Его готовят к погребению в малом храме. Джай, сюда, воин, сюда! Ну, что тебе нужно? Нужно, найду. А если не найду, то и не нужно. Реда поможет выжить в этих пустынных землях. Ты еще ребенок. Как же ты все это достал? Из самых древних песков пустыни, затонувших в Ниле судов, очищенные руками прислужниц богов. Оружие, выкованное в самой Нубии, украшения из Персии, сокровища из Сирии. У меня есть все. Вот как. Для юноши ты многое повидал. Мудрость древних. Я многое видел, когда блуждал ночами по пустыне. Покажи, что есть. Вот, выбирай. А если хочешь, помогу и тебе заработать. Старик, вот книга. Она поможет тебе в поисках.